В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции было раскрыто 16 киберпреступлений. Из них 13 дел возбуждено по факту интернет-мошенничества. Так, 29-летний мошенник, заходя на сайт по проведению тендеров, нашел женщину, выигравшую тендер. Связавшись с ней, мужчина предложил интересующий ее товар по низкой цене. После получения денег на свой счет аферист скрылся. В ходе УПМ «Хайтеч», проведенного на территории области с 20 по 22 ноября, с целью повышения эффективности мер по борьбе с правонарушениями, совершенными с использованием информационных технологий, актюбинскими полицейскими раскрыто 16 киберпреступлений. Из них 13 дел возбуждено по фактам интернет-мошенничества, где злоумышленники обманывали жителей в сфере онлайн-торговли под видом продавцов или покупателей, также под предлогом обналичивания денег. Также сотрудниками полиции было раскрыто преступление, касающееся хищения денег со счетов граждан и незаконное распространение эротических материалов. Также в ходе УПМ по одному факту выявлено хищение денег со счетов граждан, незаконное распространение порнографических материалов и незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации. Кроме этого, в ходе мероприятия при мониторинге социальных сетей выявлено и заблокировано 29 противоправных контактов. Евгений Борщ, программа «Факт».